Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня у нас с вами будет коротенький урок по команде «Идем домой». Итак, суть в чем заключается? Вот вышли вы с собачкой, начинаете с ней гулять и чувствуете, что время вас поджимает и так далее. Вам нужно идти домой, вы начинаете собаке говорить «домой», и как только она подходит к вам, а вы ее заводите домой, ставите на поводок, заводите ее домой. И вот здесь вот у собаки вырабатывается условный рефлекс. Да? Негативная такая ситуация, значит, гуляние заканчивается. Как мы можем... Но наша задача с вами здесь выработать положительную эмоцию у собаки при команде «домой». Как мы с вами можем это сделать? Ну, во-первых, всегда гуляйте перед тем, как вы будете кормить собаку. То есть собака должна знать, по приходу домой она получит порцию еды какую-то. Но также проводите такую манипуляцию. То есть, когда вы будете гулять с собачкой, не обязательно после команды «домой» она должна 100% оказаться дома и заперти там за калиткой, за забором, либо в подъезде, либо в квартире. То есть нужно просто вырабатывать положительную эмоцию. Как этого добиться? То есть вы командуете домой, собачка подходит к вам, вы даете, заходите за забор, даете команду домой, да? Собака заходит, и вы не сразу закрываете дверь, а каким-то образом поощряете ее, а потом продолжаете гулять. Опять командуете домой, опять собака подходит, вы ее поощряете и продолжаете с собачкой гулять. Опять. И так у собаки постепенно складывается такое впечатление и рефлекс о том, что домой это не значит то, что сейчас, когда вы придете, калитка закроется. То есть она просто пробежит на указанную вами территорию, вы получите какую-то порцию там вкусностей, поощрений, и значит гуляние продолжится. Ну вот, собственно говоря, и все. То есть при помощи положительных эмоций, опять же, не напрягая, никого вы не тащите на поводке, собаке не складывается впечатление о том, что когда ей говорят «домой», это значит, что сейчас прогулка на этом заканчивается. Нет, постепенно вы просто укладываете собаке то, что вы с ней начинаете работать. И команда «домой» – это просто один из видов упражнений, которые она выполняет. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо.